Сейчас рыбку поймаю. Красота маленькая. Где рыбка? Сейчас ёрш у нас клюнет, скажи. Сейчас. Рыбка на камеру не хочет сниматься. Нет, вот она рыбка. Смотри, рыбку мы поймали. Хорошая рыбка, большая. Иди смотри, девчуля. Какая рыбка. Смотри, где рыбка. Вот она. Ух ты какая. О, какая рыбка. Ну, боже ты. Тихо-тихо, колючая рыбка. Ух. Да. Смотри, какая рыбка. Ой, колючая. Аккуратно, колючая. Да, рыбка. О, рыбка какая, да? А как ее зовут? Алло. Сейчас отпустим ее, да? Обратно выпущу. Ну, Колючкина. Смотри, да. О! Клёво. Скажи, вот это да. Рыбачка. Рыбачка ты. Это приманка. Видишь, какая приманка? Тихо, там крючок. Да, у меня там. Я как-то ставриду ловил. Он в каком, в 18 или в 19 году. Тоже этот Джек Рассел была девочка, и она прямо эту ставриду эту поймаешь, она аж верещит. И мы ее отпускали. Ловим рыбку еще, давай сейчас посмотрим. Красота. О, еще одна рыбка маленькая. Сошла, вот скулить начала. Прозевали мы. Сорвалась. Рыбка клюет. Это чудо какое-то. Так. Да. Второй ёршик. Приманку на мне. О, ну хороший такой. Или это горбылёк? А, горбылёк. Ну, маленький такой. О. Привет, малыш. Ну, что? Привет, зайка. Да-да-да, сильный, сильный. Сейчас я тебя освобожу. Ну какой. Красотуля. Сейчас, мой хороший. Приманка антикарасевая. Да, зайка, иди, иди. Давай, бегу. Пошел, пошел, пошел. Молодец, мой хороший. Клюнул ёршик, но рядом. Ну такой приличный. По нынешним временам. Вон он, вон он, вон он. Ну такой, грамм 200 есть, больше даже. Так, малыш, ну ты не малыш. Ёрш. О, какой. Чупакабра. Так, сейчас я свет теплый. О, во какой мартыш. Ух ты, хороший какой. Сейчас. Аккуратно клюнул, вон, за самый краешек. О. Давай, зайка, беги. Кушай еще. Во. Вон он, ёрш хороший. Клюнул аккуратно, лишь бы не сошел. Погода такая, они вот капризные.
тянул, поменял приманку. О, ну хороший. Мартыш такой. Вон он какой-то, чупакабра. Дьявол, что-то. Друг, ты живой? Нету сил, говорит, погода меняется. Да, больше 300 грамм. О, какой пупсик. Этот на полкило потянет точно. У него тут и крабы, короче. О, внутри. Он скушал. О, краба. Выплюнул. Друг. Блин, пасть. Кости у него. Вот какой мартыш. Иди. Да. Вот он сидит. Вот он. Пошел. Клюнул, не знаю. Приманка большая. Ну, он не крупный. Ну, аккуратно клюнул, лишь бы не сошел. О, ну воюй. Так, надо его. Короче, выволочь. Вон он пошел. Вон. Ну хороший такой. О, какой. Ихтиандр. Домой ты хороший. Любишь ты, да, большие приманки? Ну, грамм 300 точно есть. Я думал, больше. Да, больше. О, какой. Грамм 350. Пахнет рыбой от него. О, какой красотуля. Рыбой пахнет. Любят большие приманки они. Давай, беги. Все, пошел. Ну вон удочка гнется, я вижу. О, говорит, хороший. Удочка резиновая, да, типа, посмотри. Ага. Да. Ну да, смотри какой. Такой же, да, грамм 150. Снимаю. О, как там, реклама приманок, Made in Zinkos. Шучу. Ага. О, какой. Ага. Да. Ага. Ну, финезом он работает прям. Красота, ну. Ну вот это сегодня, да. Да, ну это в районе там уже за 250 грамм точно. Да, его, это может он вот, что у тебя потащил. А, это, наверное, он, да, я туда же бросал. Так, фонарь неси. Вот, Артур у нас сегодня поймал большого ерша, ну, самого из сегодняшних. Ура, малыш, плыви. О, пошел. Блин, ерш долбанул так, что... Хороший ерш. Вялый. О, какой мартыш. Дельфин. Как он долбанул. Ой, еле живой почему-то. Вода теплая, и они... Да, такой грамм 300 есть. Надо его поднимать. Надеюсь, не упадет. Ух ты, верный полет.
даже больше 400 грамм. Это, наверное, на полкило, да, о, какой, точно, на полкило. Мартыш какой. Ёлки, скушал мою приманку. Как ты так? Дробилку. Вот он долбанул. Двойной удар такой. И рыба от него, запах прям. Сейчас, заяц, сейчас. О! Смотри, какой ты красивый, о! Ну, такой грамм 400 есть. Красота, сейчас. Засвечу, о! О, какой! Иди, мартыш! Рыба от него, запах, будь здоров. Я тебе в лицо не свечу. Подожди, я сейчас свет. Да, грамм 300, да, он есть. Как ощущение? Вот такая рыба. Вот. Мы не могли бы в сторонку чуть тоже, в ракурс. Да, пойди отсюда, вот так. Нет, не, наоборот, боком поверни. Не, вот сюда. Ага. Вот так вот. О, красивый. Все. Вот такие мартыши. Честно, от души. Я не верил в эту рыбалку, короче. Это ёж морской. Но вот здесь Моечка. Уважаю. А да, акулу делать, Александр, акулу.